Друзья, всех приветствую. Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Павел. Сегодня у нас продажи. Отличный стерневой культиватор. Lemkin Torit 9 2006 года выпуска. Наработка у него минимальная. То есть полностью комплектный. Все в идеальном, можно сказать, состоянии. Вот. В общем, такой вот красавец. Давайте по кругу. Покажу вам. Тут впереди идут лапы. Вот такие рабочие органы. Потом диски. Дальше можно ворона штригельная. И катки. Первый трубчатый. Последний, задний планчатый. В общем, отличный культиватор. По раме, по всем рабочим органам никаких вообще вопросов нет. Все целое, все комплектное. Гидроцилиндры в отличном состоянии. Резина в идеале. Вообще можно сейчас покажу. Сейчас диски вот. Все в отличном состоянии. То есть они даже износа как такового нет. Вот, по резине, то есть тут остаток протектора, не знаю, процентов 80 точно, целые, порезов нет, диски ровные, не гнутые, все лапы на месте. Также правое колесо, то есть ни порезов, ничего, трещин. Остаток протектора тоже процентов 80. Да, обращу внимание вот на такую планку. Это просто ничего не переваривались, на болтах стоит под навеску кировца. Сделана была. Попробовали кировцам. Поработали немного. Так, больше никаких. В общем, замечаний нет. Все в отличном состоянии. Lemkin есть Lemkin. То есть тут отличный аппарат. В общем, кого заинтересовало, обращайтесь, звоните, пишите. Также напоминаю вам, что в компании Boston Technic можете приобрести технику как за наличные средства, без нал, так и в кредит. В общем, обращайтесь. Всего доброго, до свидания.